gentlemen, everyone, welcome to ESL1. They're waiting to come back in. They're up on the high ground with Beeline. Right in the corner. He's down. 106 seconds. Universe in trouble. This could be it. Ну что ж, здравствуйте, друзья, наконец-таки мы смотрим за Dota, и была у нас очень долгая пауза, запустил я стрим в 7 вечера по Москве, сейчас уже на часах 22:08, то есть мы сидели 3 часа и ждали просто того, когда Dota начнет работать, команда Virtus.pro против коллектива Escape Gaming в итоге сыграть не смогли, матч будет завтра в 23:00 по Москве, 22 по Киеву, так что сегодня остается только один матч нам посмотреть, это команда Prodota Gaming и OG. Опять же, Dota еще не было, но я уже очень устал, вот ожидание, когда ты ждешь, когда вот этот непонятный DOS на сервера Steam, на Counter-Strike и Dota 2, но наконец-таки мы в игре, наконец-таки мы можем смотреть за хорошие качественные доты. Напомню, что это турнир ESL One Genting, который будет проходить его основная часть в январе в городе Куала-Лумпур, что находится в Малайзии. Мы смотрим за европейскими квалификациями. У нас, опять же, матч команд OG и Prodota Gaming. Смотрю я сегодня его не один, и со мной будут комментировать Force. Привет тебе, Force, наконец-таки мы с тобой поболтаем. Привет, Лекс, привет нашим зрителям, добрый вечер. Очень рад, что, собственно, хоть какая-то игра сегодня состоялась, потому что вот с 19 часов я, наверное, часа полтора ждал, пока все-таки заработает Dota, но матч по итогу перенесли. Ну, главное, что он состоится хоть когда-нибудь. Да, потому что я вот думал, что сегодня, возможно, все матчи будут отменены, а учитывая наши графики, друзья, а у нас там и Dota Pit идет, и Мундак, и ESL, и Dream League. Все эти турниры, если сейчас все эти матчи перенести, это будет какой-то ужас, потому что матчей и так слишком много. Не только для комментаторов, не только для зрителей, но и для самих игроков, потому что столько Dota просто... Но команды будут выходить из турниров, как это сделала уже команда Na'Vi, но по причине скорее дисбанда, как сделала команда NP, снялась она также с Dream League. Ну, да ладно, мы будем переходить плавно к пику. Я уже вижу Нагу Сирену, и ой, как мне это не нравится. Нага Мирана от команды OG. Prodota берут себя Оракла и Сенкинга. Да, у нас, к сожалению, только никнеймы, ну, так как надо, они не отображаются, потому что пока что еще нету тикета для Dota TV у турнира. Но, в общем-то, мы и так прекрасно знаем, кто играет у OG. А вот Prodota, кажется, совершенно недавно я видел где-то новость, что два игрока покинули состав этой команды, а вот новость о том, кто укомплектован уже в составе, я, к сожалению, не видел, вот поэтому, ну, я тут вижу двух вот людей снизу, которые, то есть Гартер, Пингвинчик и Роджер, этих товарищей я знаю, а вот двух последних я, к сожалению, не знаю, вот, я покликал там по стиму, посмотрел, кто это такие, не понял, кто это, не узнал я их, вот, ну, а у Джита, в общем-то, и так понятно, то есть Нагу Сирену ребята забрали, значит, Нотейл себя чувствует хорошо, судя по всему, потому что именно Йохан играет на Наге Сирене в OG. Вот, обычно ее в мид там ставят, да, там Ана у них должен играть на миде, но специфика команды такова, что Нага обычно играет Кэрри на Тейл. Так, ну у нас тут какие-то странные даже баны подъехали, минус Бладстикер, это, я так понимаю, привет Мундаку, где Бладстикера там пару раз пикали. Да, привет и Мундаку, привет и квалификациям к Boston Major, там тоже Бладстикер появлялся, герой такой вот относительно недооцененный, вот почему, кстати, так редко пикают, что с этими героями не так, что ему не хватает, чтобы попасть в пики уже? Ну, мол, а куда ему? Куда ему? Куда его поставить? Вот куда его можно пикнуть? Там на мид, допустим, да? Ну, на миде на самом деле это персонаж, наверное, не самый слабый. Я думаю, что если ему и есть место, то, скорее всего, где-то в центре. Ну, если у оппонента очень-очень слабый пик, да, ну, на ранней стадии, не агрессивный совершенно, можно попробовать его поставить в лес, он там где-то за 4,5, за 5 минут может левел 6 апнуть и уже пойти проблемы доставлять. Вот. Но такое очень редко происходит, потому что как только в одной команде появляется такой лесник, который из лесу вообще не выходит, да, то оппонент сразу же начинает как-то активно играть. И, как правило, не получается у команды, которая вот такую стратегию избрала, победить. Ну, не знаю, как по мне, Бладстикер герой недооцененный. Вот на квалификациях к Бостон Мейджору на смене с Дредом. Дред там постоянно рассказывал вот про Бладстикера. Хотел, чтобы его пикнули, вот, но особо там его не увидели мы.
на Бостон Мейджоре, к сожалению, пока что. Может быть, на LAN-ивенте нам покажут этого героя команды, если какие-то заготовочки будут. Пик Легион Командер от команды OG в ответ берут Prodota Gaming себе, тоже героя, которого позабыли и перестали вот пикать так часто, как это было до его фикса Repel'а. Omni Knight от команды Prodota Gaming. Вообще получается такой Prodota Gaming пик довольно живучий, учитывая наличие Omni Knight и Oracle, то есть Ultimate Oracle, есть подхил от Prefine Flames и Repel'а, Purification и Guardian Angel. Как тебе вот вообще вот пик Omni Knight для команды Prodota Gaming? Ну, я сначала подумал, что они захотят ОД забрать, но потом обратил внимание, что ОД они сами забанили. Тут, может быть, какой-то еще хускар появится. Вот слишком много сейва у Prodota Gaming. Обычно, когда берут так много сейва, должны впоследствии сбалансировать еще это, ну, приправить это какими-то агрессивными персонажами, либо там каким-нибудь хускаром. Ну, может быть, еще пуш возьмут очень сильный Prodota и будут вот на начальной стадии стараться драться. А так, в принципе, Омник Наги Сирене проигрывает очень сильно. Потому что Омник пуш не усиливает особо, да, чтобы быстро как-то Нагу спушить, да. А впоследствии у Наги там Diffusal Blade появляется, плюс она иллюзии рассылает, и Омник не может эти иллюзии быстро убивать. Ну, в общем, тяжеловато играть Омником против Наги, поэтому, как по мне, ну, если игра затянется, то Prodota Gaming взяли не того немножечко саппорта. Ну, кто знает, может, они сейчас заберут такой пик, который позволит эту Нагу выиграть очень быстро. Ого, Crystal Maiden от команды OG, саппорт, которого мы давненько не видели в деле. С чем связан этот пик? То есть они же каких-то там... Ну, есть, конечно, комбинация там, не знаю, Нага Сирена дает слип, Crystal Maiden Ultimate... А вот зачем этот герой здесь, как думаешь? Так маны, мана исключительно тоже. Ради маны берут Crystal Maiden, очень много Arcane Aura, или как она там называется, я уже забыл, Arcane Aura, да, у Crystal Maiden, которая позволяет команде получить очень много энергии. Вот это хорошо и как для Легионки, которая пока непонятно, чем будет заниматься, но я предполагаю, что это все-таки хардлейн Легионка. Я в последнее время игр команды OG не видел, чего они делают этим персонажем, я не совсем понимаю. Ну, тут, наверное, Соломит Мирана, оффлейн Легионка, Кэрри Нага, ЦМ-ка, еще какой-то должен быть саппорт. Ну, либо роумер какой-то. Вот. Ну, а Crystal Maiden, она в основном, да, ради маны. Ну, у нее нюки очень сильные, скажем так. Но ради нюков можно немножечко другого героя взять, да, более там еще и стойкого. Алхимик. О как. Алхимик, да, вообще интересная на самом деле идея, когда ты играешь против Наги, ты уже знаешь то, что соперник будет стараться играть очень жадно, как можно больше фармить. А алхимик, он вообще больше Наги фармит, если его не убивают. Ну и Хускара, конечно же, банят ребята из OG, это слишком очевидно, потому что когда в команде и Oracle, и Omni Knight, то есть там 99%, что должен быть Хускар. Ну и бан от команды Prodota Gaming. Как ты сказал, нужен саппорт OG, либо роумищ, либо фулл. Crystal Maiden потенциально, конечно, тоже может уходить в леса. Ну, вообще, в теории, Ancient Operation, конечно же, тут, по-моему, пик команды Prodota Gaming сконтрит просто на корню, потому что Operation контрит и Oracle, и Омника, и Алхимика. Вот, но я знаю то, что, ну, скажем так, команды немножечко не любят этого героя по определенным причинам. Вот студия аналитики Рухабовская очень любит этого героя, там, как чуть что там, они сразу начинают говорить, вот, почему нет Operation, что за беспредел. Вот, но на самом деле Operation — это герой, у которого огромное количество недостатков, и его пикать постоянно, это значит проявлять слабость. Конкретно здесь Operation, мне кажется, заходит очень хорошо, но, может быть, OG что-то другое придумают. Может, они все-таки сделают роумером Мирану и возьмут они что-то другое. Ну, про Dota как бы не нашли ничего лучше, кроме как забанить Operation, и это, в общем-то, вполне очевидно. Ну и last pick для Prodota Gaming. Алхимик, по всей видимости, пойдет на центр. Sun King на оффлейн. Omni Knight, Oracle 2 саппорта. Ждем появления мейн керри для команды Prodota. Какие у тебя варианты? Под Оракла, под Omni Knight, а может быть какой-то Джекернаут мы увидим, который до сих пор не в драфте. Под Оракла любит его брать. Может, да, честно говоря, я даже теряюсь в догадках, кого тут Prodota Gaming могут взять. Они тут могут, мне кажется, любого уже персонажа взять, потому что очень хорошо против пика OG смотрелся бы Devourer, которого они сами забанили. Смотрелся бы Хускар, которого им забанили OG.
Ну, Морфлинг тоже бы неплохо, наверное, бы смотрелся. Опять-таки, и с Алхимиком можно реплику сделать, и с Наги тоже реплику можно сделать. Ну, и плюс сам по себе Кэри очень сильный, да, и опасный этот Морфлинг. Все-таки его там чуть реже начали пикать, но он по-прежнему может делать огромное количество импакта. Ну, про Dota Gaming просто забрали Джиггернаут. То есть тут, в принципе, что-то стандартное можно было выбрать. Джиггернаута, Свена, может быть, еще там Сларка какого-то, если он там был, я уже не помню, банили его или не банили. Сларка не был банен. Возможно, была идея взять Джиггернаута, дабы он в будущем как-то мог убивать иллюзии, если купит себе Battle Fury. Иллюзии все-таки надо будет убивать ближе к мид-лейт-гейму. Но да, и тут вряд ли получится спушить. Думаю, что Нага нафармит свое. Пикласс Тинни от команды OG. Это Тинни у нас, получается, будет кто? Это Ана. Ана будет играть на Тинни, скорее всего, потому что, ну, вот я знаю то, что этот товарищ очень частенько на Тинни играл, если я не ошибаюсь, или мне кажется. Немножко не тот профиль открыл. За последнее время у Ана очень мало игр на Тинни. Но куда он может пойти, не знаю. Может быть, и с Форем будет играть. Было бы видно никнеймы, было бы намного проще, согласись. Ну да, никнеймы про доты хотя бы как-то успели поставить, а вот тут же не поставили. Потому что вчера, по крайней мере, точно ESL ставили билет ESL One Frankfurt, и с этим проблем не было. Потому что Frankfurt, там уже тикет, неважно какой, но он есть, маломальский. Но здесь мы сами знаем, что Valve не так быстро эти билеты добавляет, поэтому придется нам, скорее всего, эти квалификации все мучиться. Ну или частично по некоторым регионам. Я пока гружусь в доту, у меня снова выкидывает после лота. Давай. Просто постоянно такая беда. О, из доты выкинул еще. Кайф. Я пока перезайду. Давай, перезаходи. Тут пока... Нет, тут на самом деле кое-что интересное может получиться. ПД бегут в смоке, но не бегут прямо на вышку в центре. Забегать будут во вражеский лес. Они хотят, видимо, поднапрячь там ЦМ-ку какую-нибудь, если поймают. Ну, тут, кстати говоря, саппорт и не будет, судя по всему. То есть это не она на тени, правильно? Это Джеракс. Джеракс. То есть будут закидывать потенциально каких-то нейтралов, там, я не знаю, на линию, как мы это... А может быть, кстати, может быть, что-то подобное придумают все-таки OG. Ну, Тини, у него есть определенный недостаток в начальной игре, да, когда у него маны не хватает, а ЦМ-ка будет ему ману давать. Вот, поэтому от Тини, может быть, в общем-то, будет много пользы в этой игре, но пока рано судить. Мне кажется, OG тут должны победить исключительно по той причине, что они играют лучше, чем про Dota Gaming. Ну да, это нам говорит коэффициент, да и в целом OG все-таки команда, которая играет вместе, в то время как команда про Dota, как ты верно отметил, имеет две замены. Как нам сказали ребята в чате, это замена из команды Каипи и замена из команды Илаб, который схвалялся Жотом в свое время. Ну, будем смотреть. Напомню, что команда про Dota Gaming участвовала на американских квалификациях. Они вот как раз-таки первооткрыватели Америки. Из региона Европы, но вот в Америке у них не получилось ничего толком показать. Поэтому ребята, как мы сами понимаем, обычно после неудачных квалификаций делают какие-то ротации и просто меняются частично по командам туда-сюда. Ладно, давай взглянем мы вообще на лайнапы. Команда OG ставит Мирану на центр, на верхней линии соло Легион Командер. Ну и трипла от OG — это Crystal Maiden, Тинни и Нага Сирен. Достаточно необычно, да, трипла, Тинни, Нага, еще и ЦМ-ка появляется. Такое редко видишь в этой мете. Да, немного странно. И учитывая то, что тут два милишных героя на лайне OG, Toss and King Up, по идее, должен быть очень легкий лайн. Ну как легкий. То есть он тут должен и фармить, и может быть даже убивать кого-то. Но пока ему достается Toss. Да, возможно, Sand King сейчас убьет. То есть у него нет ботинка, у него есть Fairy Fire через секунду. Идет до конца Нага Сирена, ну ТЛ. Есть Riptide, нажимает Fairy Fire. Sand King нет, у него подкопа, напомню. Есть Crystal Nova, замедление, что главное, сработало. Toss от... просто от Crystal Maiden на Sand King и ФБ для команды OG. Вот так вот, казалось бы, неожиданно, но ФБ делается. Хотя изначально поспешили. Кажется, что это не перспективное. Да, поспешили просто про Dota, им нужно было дождаться своих там вторых, третьих левелов, они бы их получили намного раньше, чем команда OG, поскольку они там весь лес заблочили, и плюс они вдвоем против троих играют, да, на этом лайне, соответственно, XP не получают больше. Но они решили напасть на первом левеле, и тут арифметика простая. Три героя с одним скиллом против двух героев с одним скиллом, как бы сильнее, какими бы эти персонажи не являлись. Мне кажется, даже какой-нибудь там Undying плюс Джакиру подобный лайн тоже можно было бы развалить там большинством комбинаций там героев, если их трое будет. Хотят, но Omnix and King тоже очень сильный лайн, кстати. Но они пока стоят, то есть, да, пока что терпят. Потому смотри, там начинает Роджер гонять нормально так Нагу, Нага забирает руну баунти, ну и на этом заканчивается атака. У Легион Командер все очень круто на топе, 7 крипов. Это не намного хуже, чем у Джаггернаута. Легионку здесь очень трудно убить, у нее прозатака и все.
И Оракл стоит. У него 42 урона, он абсолютно бесполезен. Вот фейкнеймы вроде, кажется, связали. Но продолжения не будет. Фейкнеймы, то у нас СФО, да. СФО. Вот, кстати говоря, по поводу Сенкинга, что еще вспомнил. Раньше Нави любили этого персонажа пикать в хардлейн, там, с Дазлом. Они этим играли на Саммите и на Старладере, там, на последних сезонах. Против массовых вот этих вот террорблейдов, которых пикали. И у них очень неплохо получалось за счет того, что пассивка Сенкинга наносит магический урон, да, а террорблейд, он хорош исключительно против, там, какого-то физического урона. У него брони очень много. Нага чем-то похожа на террорблейда, потому что у нее тоже брони навалом. Вот, а от магии она особо-то не защищена, как и, собственно, террорблейд тоже, ну, поскольку милишником является, поэтому Сенкингом, по идее, ее можно убивать. На центре Мирана пытаются убить пингвинчика, остается буквально сделать 2-3 удара, ботал от алхимика, и повезло, что там был мисс в неприятный момент, возможно бы сейчас тут алхимик погиб. Алхимику трудно, он себе не купил порманшил, взял только себе обычный щиток Айронталон, но Мирана пока по крипстату немножко выигрывает, так что все у... Ана, хорошо. Вообще, как тебе Ана? Прошло уже немало времени, как он играет за команду OG. Вот, что можешь сказать? Стала ли команда OG слабее, либо сильнее вот без Миракла? Да я даже не знаю. Вот Миракл стал похуже играть. И у Миракла на самом деле судьба незавидная, потому что... у него судьба незавидная, потому что он из хорошей команды ушел, а у Ана судьба незавидная, потому что его все время будут с Мирклом сравнивать. Но пока что в пользу Ана можно сравнивать этого игрока. Сенкинг чудом уходит на Бороу Страйк, все-таки убивает Омнинайт. Там очень слабый крип, там ему не повезло, он там был всего лишь один, и не ожидал Сенкинг увидеть одну вот эту гарпию. Было там вроде побольше и минус крипов. Армор висел, да, было минус 2 армора от Рептайда, но этого не хватило. Обидно, досадно. И 3-0 в пользу команды OG, пока что оффлейн команды ProDota исключительно фидят, у них уже 3 смерти, как раз таки на двоих. Это, конечно, неприятный момент. Алхимик. Руны баунти ему не везет. Одни руны баунти для Наги, смотри, просто зависит. Руна богатства, руна богатства. Но для алхимика, конечно, любые руны, кроме богатства, это не есть хорошо. Там даже если генерация или ДД. Очень неудачно так вот расставили лайны ПД. Ну, если бы они бот бы выиграли, все было бы хорошо. Но алхимику никто контролировать руны не помогает. И вот ты верно отметил, Нага там постоянно забирают баунти руны. Там Мирана на топе наверняка что-то берет. Дабл дэмэдж в данном случае. Алхимик остается как бы у разбитого корыта. И ему постоянно приходится обузить ботл. Никто ему не постакает, никто ему не поможет. В общем, у пингвинчика на миде вроде бы все неплохо. То есть он фармит. Но вполне вероятно, что где-то там к 10-12 минуте OG наберут критическую массу и просто задавят такого алхимика, который там не смог выформить уже там близко Radiance. Так, Роджер начинает прессовать, Роджер тратит свой purification, репел на себя закидывает, но тост-то, если что работает, можно тоснуть Роджер, да, получает тос, ну и все, Роджер один против всех получает, просто фростбайт, еще один purification, но этого не хватит, и погибают Omninite. Пока очень круто OG играет как раз-таки свое трипло, используя героев на максимум. И Нотейл мы видим, что он батя, он этого героя чувствует, когда отмечал на стадии драфта, что Нотейл на этом герое, ну, очень хорош. На этой Наги Сирене. Не раз он показывал свой скилл. 4-0 в пользу команды OG. Пока что у них все очень хорошо. Даже Легион Командер на оффлейне что-то да имеет. Ну, у нее там дабл лейн, ее не прогнать с такого лайна. Легионочка герой сильный, с ним тяжело справиться. Ну да, тем более, опять же, как ты сказал, такой вот даблой. А на руну смещается алхимик, смещается и Omninite. Надеюсь, здесь будут баунти, а то это будет снова невезуха, потому что внизу уже стоит на позиции Crystal Maiden. И руна Haste. Неприятно. Правда, можно убить Мирану. Мирана делает липаут, уходит на 100 хп, нажимает Moonlight. Moonlight, наверное, и спасет как раз-таки. Да, Moonlight спасает. Нет никакого детекшена, видит дастоп либо сентри. И отсюда Мирана уходит, в итоге снова без руны. Баунти алхимик и снова неприятно. Снова теряет деньги. Потихонечку давят ПД на топе. Но незначительно они, конечно, там вышку поломали. Не позволяет эсфор подходить. У него да, маны много. Откидываться. Да, отцами он откидывается постоянно и все. В общем, все дела. Хотя Гартер выходит, есть у него омнислэш. И проблемы у эсфо огромные. СФО ничего не может сделать, получает омнислэш и погибает. Ну так вот, да. Гартер молодец. Не ту елочку съел. Надо было какую-нибудь другую кушать и как-то там петлять, но он в итоге там замешкался и нашел его. Гартер он мне слэшем забрал. Теория, он мог бы поставить веточку сам, как-то себя просто скрыть виженом. Иногда это делают, эта веточка может помочь и спасти твою жизнь, но
веточку оставил в инвентаре. 4-1, первый фраг для команды ProDota, ну хоть какое-то начало, да и тем более у Гартера по крипстату, да и в целом на линии все очень даже неплохо. Аквилов из Boots, а левел 7, за Макшина уже был Фьюри, очень много дэмэджа будет с него. Алхимик, ну, несмотря на то, что там мы говорили, что вот у него не получается забирать баунти руны, но это Алхимик. У Алхимика уже замакшенная пассивка, и, конечно, Алхимик по нетворсу будет на топ-позиции. Он сейчас, например, на первой позиции. И, конечно, Алхимик будет фармить дальше. Стаки уже делаются вообще в лесах. Давай посмотрим, стаков нет. Стаки вот на среднем спауне есть. Тут големы. И еще на среднем спауне есть стаки. Ну, окей, то есть потихонечку Алхимик начинает делать... деньги в лесу. Правда, команда Уджи выходит без... А, нет, дуэли есть. Только пока она не прокачивается. Только вот сейчас прокачали. Немножко рановато Уджи пошли. Здесь пока в лесу никого нет. Стаки будут фармить. Но есть Тини с Эвелончем Тосом. Вполне можно. Да, отцы. Стаки фармятся. Да, деньги шикарно. Я, кстати говоря, только сейчас заметил то, что... Нотейл-то, оказывается, у нас саппортит на Наги. Я прокликал его. Восьмая минута, у него до сих пор нет арканта, пока у Тини там ПТ. Думаю, ничего себе, как много саппорт Тини нафармил. Просто, ну, Джерексом играет, а он обычно саппортит команде OG. Тут ребята какой-то финтушами решили провернуть. Mm-hmm. Ну, видимо, с расчетом на то, что Нага сейчас получит аркантапки и будет очень-очень быстро фармить лес. А Тини вот получил первоначальное золото и будет гангать. Да, интересно вышло. Действительно, Нага в будущем может выйти в Радианс, ну а Тини будет тоже убиватором. Ну, это интересный момент. Вот это мы с тобой не увидели на стадии драфта, да и по игре не сразу увидели. Легион Командер. В фарме здесь мало спаун крипов, в фарме здесь крипов. Не боится Гартера, у Гартера еще пока нет ультимейта. 10 секунд. Еще вот так вот ДОС, будет дуэль. Нажимает был Фьюри Джиггернаут, но так или иначе дэмэджа очень много. Джиггернаут будет здесь погибать после дуэли, но он погибнет. Да, и Севенлыч, ну хотя бы за счет своего Блфьюри не дал дэмэдж для Легионки. Погоня за Ораклом, есть Тос, тут Омни Найт, и репел на Оракл, и атака завершена, можно просто идти и пушить команде OG по верхней линии. Да, конечно, этот Тини с Тосами неожиданно работает, скажем так, да, вроде бы все прекрасно знают, вот это, знаешь, старые комбинации такие пабовские, типа... Кентавр Тини, когда Тини там кидает кентавра там в толпу соперников, он приземляется, дает много урона. Вот, а здесь это работает и с Легионкой, и вроде бы против Омника тоже можно играть, когда он в репеле убегал, его там тоснули обратно и смогли забрать. Тем временем Мирана в миде делает соло фраг, что очень неожиданно, мне кажется, для пингвинчика. Правда, погибает, похоже, сам. Здесь Ана или нет? Нет, нет. 3 хп осталось, пассивка сработала, нажал просто Ана стики и улетает на базу. Очень четко сделано на топе. Тем временем дуэль Джиггернаута. Джиггернаут в развороте закидывает свой Блфьюри. Мунлайт заканчивается и USFO. Проблема, USFO отсюда просто никуда уйти не может. Нажимает прозатак, пытается выиграть немножко времени. Слушай, ну живет, USFO разводит на ультимейт, вынужден Гартер его нажать. Иначе просто бы Легион Командер могла бы убежать за счет наличия фейсбуца и, опять же, отцов. То есть мы в спи дополнительный. Да, убегать особо, конечно, там не было, но нерв бы стронул он Гартеру хорошо. То есть пришлось бы за ним побегать сначала, может быть, еще от вышки бы там как-то погиб. А так, как бы денежки Джиггернауту, это радует. То есть ему тоже нужно приобретать слоты как можно скорее, потому что нужно все-таки как-то Нотейла будет убивать в лесах. Вот он уже с аркантапками и ну, вообще не парится. То есть просто ушел с лайна. Фармит лес, сейчас крипы к таверу подходят, он вернется, там пофармит. Ну, то есть его останавливать уже нечем. Продота нужно слишком много ресурсов перетягивать на эту нагу, чтобы ее убить. Она сейчас еще и сон вкачает в ближайшее время. Да, получается, может, команду через два. Фармят все, кроме Crystal Maiden, по сути, все герои фармящие, все герои, которые готовы убивать, только Цемка будет таким вот фулл-саппортом с вардами. С достами, со смоками. Выход от команды OG. Алхимик ультимейт заканчивается, поэтому момент самый, что ни на есть подходящий, дабы дать Avalanche Toss, дать там стрелу и убивать. И пингвинчик выходит. Пингвинчик будет погибать. Да, ультимейт еще 13 секунд. Avalanche Toss, стрела очень много. Burst damage, и Алхимик это не переживает. Даже если был бы ультимейт, явно бы его просто не хватило. Формятся леса. Алхимика гнобят. Это грамотно. Алхимик имеет на 12 минуте армлет. 0-2-0. И это не круто, потому что Алхимик даже не на первой позиции по общей ценности. А Алхимик должен быть всегда на первой позиции по общей ценности, учитывая его пассивку. Да, в общем, не очень удачно получилось у ProDota отстоять свои лайны. Мы видим то, что на всех трех лайнах ProDota проиграли. Тут еще и разводят такой джин. Ну, конечно, видно, как ну зажимаются ПД. Прям вот их гоняют, они вроде бы как вчетвером на топе, или там втроем на топе стоят, но боятся каждый раз выйти, а то Тинни их убьет, там Crystal Maiden может их тоже убить. Как-то там подзамедлить новый, создать пространство для того, чтобы кого-то загангли. В общем, не просто приходится. Ну что, Boot может нападать, команда OG, в позиции стоит SFO. Crystal Maiden закидывает просто Frostbite, очень больно Джиггернаут, еще отцы залетели в итоге. Хелен Вард, Refining Flames.
Ну и Гартер возвращают назад к жизни. Там, смотрю, находит алхимик Тини, а может быть наоборот, Тини дает прокаст, но только наполовину смог пробить по итогу в этом моменте Тини, и все. Атака завершена, стрела залетает мимо. 7-2, взглянем вообще на графики, что происходит. Там 3000 за команду OG по золоту, 3000 по опыту за команду OG также, пока OG реально смотрится командой, которая выглядит, ну, просто сильнее по классу. Но выводы делать рано. Хотя, конечно, учитывая, что это Нага, которая уже имеет 2000 и Радианс, ну, неминуем, довольно быстрый. Ой, не знаю. Тут смотрю проблему у Мирана. Мирана нажимает Moonlight, пытается уйти. Есть досты, есть еще и Omni Slash, в итоге погибает. Мирана, но это не конец погони за Тини. Тини под достами. Тини пытается убежать, если у него стики, если у него ПТ на силу. Попытка сделать тэп-аут. Неужели сделает? Неужели сделает тэп-аут Тини? И он улетает. Ну, слушай, вот это надо прям обладать таким... Вот так вот просто уверенно взять и сделать тэп-аут, не боясь станов. А станов не было. Станов просто не было. Удивительно. Станов-то да. Команду про Доту вообще мало, как оказывается. Если бы этот телепорт бы сбили, Тини было бы очень грустно. То есть он, во-первых, бы погиб, а во-вторых, ему потом на лайн пришлось бы пешком возвращаться. Он в XPM бы потерял, в GPM бы потерял. Вот, ничего хорошего бы в этом не было. Иногда лучше просто, вот, скажем так, смириться со своей судьбой и умереть. То есть лишний раз вот так вот портиться не стоит. Вот. Раньше там люди деньги на телепорт жалели, да, потому что он там 100 золота стоил, сейчас он 50 стоит. Вот, а сейчас все-таки самым главным, ну, является то, что ты не сможешь обратно портануться. И вот, а OG старается играть агрессивно. Ну, нельзя давать вот своих тиммейтов в обиду. Вот видно сейчас, как OG свободно перемещается по карте. Им даже не нужна помощь Наги, которая, по сути, вот саппортом являлась какое-то время, да. И вот на данный момент фармит лес. OG просто перемещаются по карте вчетвером и умудряются где-то там какие-то фраги делать, саппортов убивать. Вот, но в конце концов ПД осознали, что они, в общем-то, впятером они сильнее, чем 4 игрока команды OG, и учитывая то, что у них еще и Омник в команде есть, который на начальной стадии является вообще одним из лучших, мне кажется, героев, потому что и урона много наносит, и лечит. Вот они все-таки собрались вместе, дали отпор. Блиндагер появляется у Тини, теперь будут врываться Тини еще чаще, убивать прокаста героев по типу Оракла, ну даже, наверное, Омни Найт, хотя Омни Найт не уверен, 1000 хп у него, плюс имеются стики. Ну и 7-3, не знаю, вроде про Dota по Networks мы видим, идет Алхимик, Джиггернаут, но в топах, но уверенности в том, что про Dota смогут сделать вот камбэк и выиграть, нет, учитывая, что опять же OG, как мы отмечали, просто все герои, кроме Crystal Maiden, много фармят, очень много. Второй блиндагер появляется у S4, S4 готов рваться, есть Avalanche Toss, пошла дуэль, должен погибать Джиггернаут, есть Guardian Angel, это спасает Джиггернаута, надо крутиться, надо убивать в итоге S4, прозатак от S4, есть Omni Slash пошел по одному, по второму, минус 2. Прыжок от Мирана, отличный был фьюри от Гартера. Как же Гартер в этом моменте круто отыграл. И он не слэш, и свою крутилку, да, в итоге связывают Мирану. Дается Moonlight, есть сентри, просветили Мирану. Ну и попытка гнаться, еще и даст есть придачу, будут убивать Мирана. Мирана без липа еще секунду, дает Старшторм, Purification, пытается Мирана уйти. А она, надо закинуть стрелу, но в итоге просто делает лип. Неужели уйдет отсюда Мирана? При Final Flames связали, подходит Гартер под репелом, но... Там уж слишком много было подхилла, да еще и ботала, смотрю, в действии, поэтому прощать. Стрела по Omni Knight'у на развороте под этой команды. OG, Crystal Maiden подходит, но так вот аккуратненько закидывает Crystal Nova и на этом заканчивает. Ладно, по крайней мере, битвинчиков в покое оставили, он там фармит. Да вообще нормально. По сути, размен 2 в 0 вышел, смотри, Легионка погибла, и Тинни погиб. Дуэль была не выиграна, не проиграна, там была ничья. Джиггернаут в этом моменте реально отыграл, ну, безошибочно. Яша 2200. Появляется Сэндж Яша, не Манта Стайл, там не какой-то БФ, а Сэндж Яша тоже артефакт, который раньше фармился очень часто, а потом просто про него как-то позабыли. Забытый артефакт действительно на Джиггернаусе, но когда тебе нужны статы здесь и сейчас, то лучше, чем с Энджин Яша, в общем-то, ничего не придумать. Ну, кто-то еще Драгонлайнса покупает на Джиггернаутах, вот, но таких игроков очень мало. Вот, и старается все-таки, если уж Джиггернаут там на керри, то брать либо первым слотом, так, а что там у нас? Там кто на Наге? Убивать Сэнкинга хотят, но он, конечно же, просто отблинкивается. Здесь помогает ему Роджер. Да, и у СК появился сейчас Блинкдагер. Это очень важный момент, потому что ПД сейчас могут даже начинать убивать своего соперника на карте. Им уже нечего бояться, они объективно не слабее своего соперника. Хоть и там в нетворсах мы видим то, что... Ну, Нага, закроем на нее глаза, на Радианс пока что фармит, там Тини, Мирана и Легионка, это вот три подряд идущих на Творса, но зато у Продоты есть очень мощный Джиггернаут, уже 11-го левела. Находит здесь S4, нажимает он проза атак, пытается уйти, но очень много дэмэджа от эпицентра, еще у меня слэш от Гартера, просто каким-то чудом Сэн Кинг прыгнул в позицию, вот эту вот, стоял просто в деревьях и...
там оказался ESFO, неожиданно для Сэнкинга. Фраг для команды Protota Gaming. Protota Gaming пытается вернуться в игру, но Нага уже почти имеет Райдена. С 18 минуты это очень быстро, учитывая, что Нага в этой игре не является героем, которым фармит. Это такой вот герой. Я даже знаю, как эту позицию назвать. Это четвертая позиция, получается, Нага Сирена у нас. Ну, в теории, да. То есть, Нотейл играл на Наге, которая вот, ну, по итогу-то саппортила, но в итоге фарм имеет каждый персонаж. Собственно, как Тини, так и Нага, я имею в виду. То есть, да, скорее, Джерекс, скорее Нага и Тини делят вторую позицию, то есть кэрри своих команды, вот так вот, как, не знаю, как в пабах там на Лоу ММР, просто два кэрри и поехали играть. У Мирана, ну, почти имеется Аганим. Да, тут у нас Тини нападает на Оракла, убивает его руками, делает тэп-аут. Вот проблема то, что у Продота не так много станов. Если Сэнкинга рядом нету, то можно вот так вот выйти с блинка, кого-то забросать камнями, подбросить, убить и спокойненько сделать тэп-аут. То же самое может там и Легионка сделать, да, там напрыгнуть. Ну, Легионке тяжелее, потому что там два сейвящих саппорта. Тут дуэль S4, если выиграет, то, наверное, только на каком-то смоуганге, там, знаешь, удачном, когда ты нападаешь на одного и убиваешь его моментально, что там никто не успевает среагировать. А в драке 5 на 5, вот конкретно на данный момент, кого-то убить и выиграть дуэль, по-моему, просто невозможно. Только если там либо Oracle, либо Omnic FK встанут и не дадут свои скиллы. Появляется Радианс у Наги, у Алхимика просто в одну секунду буквально, и это очень поздно для Алхимика. У Химика хороший таймик, там минута 14-я, ну, может быть, 15-я после армлета. Тут, конечно, пингвинчик отстал, но будет сейчас фармить намного быстрее, намного увереннее. Команда UG, находится Нага и Легион Командер на верхней линии. Возможно, будет попытка подпушить. Уже команда Protota Gaming идут в ответную атаку под смоками. Гартер, Сэнкинг. Ну и готовы, ребята, врываться. Возможно, проблема огромная у Наги. Да, Нагу заметили. Нага нажимает Song of the Siren. Пытается отсюда уйти Нага. Ну вот, уйдет ли? В погоне идет Сэнкинг. Есть у нее подкоп. Рейнджа немножко не хватает. Сэнкинг до конца. Рептайт нажимает Нага. И все-таки уходит. Да, отпускает Нагу, но она теряет свой ультимейт. Кулдаун там пока еще приличный. 2 минуты. Да, радианцы-то появились в одно время у игроков обеих команд. Но проблема в том, что Нага иллюзии умеет создавать. А вот Алхимик не умеет. И Нотейл, я не знаю, вот ни разу не видел вот такое вот противостояние Наги против Алхимика. Но я предполагаю, что Нотейл будет стараться сейчас иллюзиями фармить исключительно вражеский лес, чтобы Алхимику вообще ничего не доставалось. И при этом его собственные тиммейты фармили, ну, лес команды OG, еще на лайнах что-то получали. И, ну, Нага просто спылесосят всю карту, и в итоге под это минут через 15, через 20 будут проигрывать тысяч... Не знаю, там, под 25 вполне вероятно, если так пойдет дальше. Внизу выход на Алхимика намечается. Тини по дабл дэмэджам. Блиндайгер есть фулл прокас Мирана, также стоит рядом, готов врываться. Но Алхимик что-то почувствовал и просто ушел. Не было у него вроде никаких вардов, да. Просто почувствовал опасность и решил пигвинчик по-хорошему уйти. Появляется у Наги Травела. Разбирает свои арканы. Будут в будущем выходить в Октаринкор. Ну и Тини бьет дальше. Все-таки, опять же, у него дабл дэмэдж. Есть телепорт от Сэнкинга и... Все же отсюда Тини прогоняют. Тини улетает на базу. Тини 2500. Что? Покупаем себе Shadow Blade. Такой вот будет Тини, атакующего плана максимально. Через, опять же, неожиданные выходы. И прокаст Avalanche Toss. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Звучит-то неплохо, в принципе. Такой вот ни разу еще не видел, чтобы Тини как-то по-другому сейчас собирали там. Ой, ну ты квалификации в Европе не смотрел. Там у нас был Тини, который покупал себе линзу, покупал себе догон, Эзериал Блейд. У нас Тини были... А, это, наверное, Альянс, да, играли? Да, по-моему, я уже... Да, Альянс, по-моему, как раз таки катали. Там вот или нет, был... это играли Альянс против Team Secret, и самое странное то, что... Ну, Альянс уже закончили свое выступление, я, по-моему, как раз таки смотрел тогда вместе с вами, ну, вы с Гатхантом комментировали, я просто стоял сзади, смотрел. Альянс тогда уже проиграли все, что только можно было проиграть, им должно было бы быть все равно, они там какой-то чизовой стратегии или широком, по-моему, играли. А вот Team Secret решили поиграть, так, у нас Тини в миде умирает, а Team Secret решили поиграть через Тини, вот как раз таки в той ситуации Тини там, по-моему, купила Терил Дагон. Но я могу что-то путать, но, по-моему, была такая игра. Да, была. Как раз таки у команды Alliance тогда еще был SkyMak или Shrek, я помню, комбинация вот этих двух саппортов. И там этот Тини не заехал. Конечно, он был абсолютно бесполезен с этим прокастом. Просто вот в той игре Тини бы с физ-дэмэджем было бы намного полезнее. Но это Тини в нашей игре конкретно через дэмэдж, Shadow Blade, Blinkdagger. Можно какую-то и саблю купить, тоже артефакт для Тини довольно полезный. Дает тебе много. Слышу звук дуэли, это Легион Командер прыгает на Алхимика. Алхимик здесь один, по сейфу еще далековато, и стрела, есть сетка. Crystal Maiden закидывает ультимейт. Очень много бёрст дэмэджа, этого вполне хватило, дабы сделать быстрый фраг на Алхимике. Ну и Сэнкинг
пытается отсюда уйти. Нажимает смоук команду G, моментально он развеян. Понимает, что кто-то здесь был. Но Сунькинг уже сделал блинкаут и ушел. Кстати, Льон Командер, любопытный момент, на 22-й минуте, учитывая, сколько было дуэлей, до сих пор нет ни одного дэмэджа, просто ни одной единицы. Ну, потому что этим вот и объясняется наличие двух, ну, наоборот, точнее, это следствие того, что у команды про Dota Gaming два сейвящих саппорта. Хотя ребята не везде успевают, да, то есть там за своими корами где-то там подкилить. Вот, например, сейчас не смогли засейвить Алхимика, потому что его там на сплитпуше поймали. Но все равно, там, ловишь Овника, его сейвит Оракл. Ловишь Оракла, его сейвит Омник. Ловишь любого другого игрока, его и тот сейвит. Вот, по итогу дуэль ни одной и не выиграть. Вот. Надо, чтобы тиммейты помогали. То есть S4 должен дожидаться там Тини и вот именно вдвоем нападать. В одного героя сразу прокаст выкладывать и получать дэмэдж. Удивительно, какая богатая ЦМ-ка. Смотрю, просто 0-7. Внизу в рейп на Мирану. Purification. Пытается Мирана уйти, делает липаут и тэпаут. Может быть, с тэпаутом немножко Мирана спешит, но все же улетает, слушай. И это был... То есть, это был омни-слэш, но Мирана успела улететь. Ничего себе. Да, тут немножко Гартер не рассчитал дэмэджа. В итоге потратил ультимейт, и Мирана ушла на базу. Обидно. Очень обидно потратить ульт и не получить фраг. Да, мы видим то, что Гартер собирается выходить в БФ. По-моему, немножечко Джерекс ошибся. Сейчас сюда должны прийти игроки команды ПД и... Нет, вот как раз таки подошла Нага, да. И надо просто отсюда команде OG выходить. Тут больше нечего ловить. Даже ЦМ-ка с блинком. Блинков очень много на команду OG, мы смотрим. Раз, два, три. ЦМ-очка имеет блинк Тини, Легион Командер. Потенциально имеет блинк Эмирана, учитывая, что у него, в принципе, после троллов может он вполне появиться. Ну, либо просто имеется лип, который тоже дает тебе возможность синициировать быстро и попасть в центр файта. Да, вот тот же чувствует своего соперника прекрасно, насколько они, вот знаешь, такие вот, как бы, рыхлые, да? Вот ты можешь делать на карте, что хочешь, а ПД тебе никак не могут ответить. И поэтому и Тини там бежит куда-то один, под Т2 умирает. Там второй раз он под Т3 бежал, его в итоге засейвила Нага. В этот момент Тан ломает мид, и никто из ПД это, ну, как бы не может на это чем-то ответить. И в итоге ПД медленно, но уверенно проигрывают. Пока что там 8000 по нетворсу. Вот, ну, тяжело им дается каждый фраг. То есть то Сенкинга рядом нету, то Мирана уходит каким-то там чудом. Тини выходит в мист, тут стоит в центре, прекрасно видят Тини, раскручивается Гартер, подходит сюда Мирана, есть телепорт от Наги, пошла сетка, кстати, сетка отличная. А если слип, слипа у Наги еще нет, 40 секунд, в итоге врывается Сенкинг своим эпицентром, просто прокаст абсолютно никуда. В погоне идет Оракл, он не найдет за Мирана, Мирана должны здесь убивать, Мирана пытается уйти, делает снова тэпаут и снова телепорт сбить нечем. Как же, черт возьми, обидно, и снова улетает, но вот... Отсутствие количества станов про Dota Gaming, это, конечно, печаль. Только Sand King, только Алхимик своей колбой, больше ничего нет. Тини уходит снова в инвиз, делает блинкаут и улетает на базу. Все время на топе Легион Командер, а точнее СФО, делал грязь. Он просто пушил, он много тут крипов фармил, уже крипы дошли и до тир 3 башни. Да, и настолько безнаказанно себя ощущает сейчас СФО, что он, по-моему, кажется, Кирасу покупает с гиперстоном. А может, Мьёльнир делает, опять-таки, чтобы фармить быстрее. Если игра будет затягиваться, то, в принципе, Мьёльнир на легионке хорошо смотрится. Но я думаю, что все-таки Кирасу будут покупать. Ну, Кирасу будет полезнее, здесь, да. Для чтобы пушить было проще, да. Согласен. И для Тини, да. Для всех будет. Для всей команды, для пуши, действительно. А, у Тини 2000 после своего Shadow Blade. То есть, если не сабли, какие у тебя еще варианты есть, что можно Тиню купить после вот этого Shadow Blade? Silver Rage, что ли, апнуть себе просто-напросто? Ну, не знаю. Наверное, лучше не апать Silver Rage, лучше купить что-то другое. Смоук от команды вариант. Dota Gaming. Манта Стайп появляется у Наги. Ну, про Dota Gaming выходит, даже, возможно, кого-то здесь и убьют. Мирана стоит, Crystal Maiden стоит. Очень давно у нас уже не было фрагов, как я понимаю, да. Видишь, что фрагов не было давно. И Гартер выходит. У Гартера есть ультимейт, Мирана делает липаут. Это, возможно, ошибка. Липаут был не самый качественный, но при этом подкоп от Сенкинга мимо. И Мирана и Crystal Maiden отсюда уходят. Снова OG показывают класс и в этом моменте выживают. Притом, возможно, будет даже сейчас какой-то контр-деф от команды OG. Они сами выйдут. Есть стрела. Стрела уже готова лететь. Стрела будет и лететь. Ну, ждем, ждем. Я думаю, сейчас она рано или поздно запустит. Потому что, в принципе, OG могут здесь повоевать. Выходит Мирана. Закидывает Старшторм, убивает Халенбард, все-таки тавер падает, ну и ждем выхода от Тини. Надо спровоцировать. OG должны спровоцировать драку на топе, потому что Нага Сирена сейчас поломает хайграунд, если OG нападут.
Но они пока что не спешат, они в ульте под мы. Может, они телепорты ждут? Они телепорты, может, реально сейчас ждут. Но все-таки есть фрейв, моментально Сенкинга убили. Надо команде Прототгейминг отсюда просто уходить. Как ты сказал, их просто разводят. Дуэль по Омнинайт. Омнинайт также погибает. Сенкинг, возможно, стоит делать байбек, потому что иначе просто сейчас вниз упадет. Гартер и Пингвинчик уже на базе, но Нага Тауэр почти убила. Отличная работа от OG. OG реально разводит своего противника. И пока идут за Нага, уже на топе бьет СФО. Тини, Эвеланч тоз по Алхимику, Алхимик закидывает колбы в Тини, Кристал Нова закидывает Сэмочка. Ну, слушай, да, OG молодцы, пока вот от них очень крутая дота. Смотрим, может быть, сейчас будет вылазка от ProDota Gaming, в ответ попытаются сами пойти в атаку, потому что пока у них не выходит. Есть Omnislash, Omnislash пока, правда, второй, еще третьего нет, не хватает буквально там получить 1000 опыта плюс. Ну что, шансы тают форсу команды Prodota Gaming вот с такой вот игрой, с такими вот графиками на 28 минуте? Ну, очевидно, да, что шансов у них победить очень мало становится, учитывая то, насколько свободно себя ощущают OG на этой карте. Джиггернаут покупает себе блинк, там ведь еще и мобильность увеличивается у Мирана. Недавно Ана приобрел себе блинк Дагер, вот там буквально минуту назад. И если уж его там слипом не могли поймать, то теперь у него будет еще и блинк. Тяжеловато будет. Да, 4 блинкдайгера у команды OG. 4. Это настолько крутая инициация Мирана. На ход Гартера закидывает Старшторм, пытается сразу уйти, учитывая, что там, опять же, имеет потенциальную опасность в виде Омнислэша. Выходит и Тини. Видит курьера. Курьера пытается... Нет, не пытается убить. Просто ход в инвиз, ну и тут Тини будут наказывать. За пожатничал. Джеракс, да. Мог бы уйти. Курьер в итоге погибает. Да, Мирана в итоге убивает курьера. Там Яша лежала, кстати говоря. Не самый приятный момент. В итоге заход Мирана заходит и Нага на верхнюю линию, начинает бить по башне уже. И на топе башня очень побита, посмотри, остается там буквально 600 хп. Внизу башня стоит на 27 хп. Я тебе даже больше скажу, там не просто Яша лежала, там лежала Яша и рецепт на манту. Это как раз таки то, что нужно алхимику для того, чтобы, ну, хоть как-то отгонять крипов от вражеского хайграунда. Я не вижу что-то рецепта манты, я вижу... А, не было? Ну, в любом случае у него рецепт манты в инвентаре. Там, то есть у него манта была бы готова. Джиггернаут использует блинк, Блэйдфури тупаут. Его могли бы поймать дуэли, но С4 его просто не нашел. Неудачно блинкнулся. Он, кстати говоря, одну дуэльку выиграл уже там вот на топе, когда Нага пушила бот. OG спровоцировали сражение и в итоге получил первый дэмэдж. С4. Так, через Omninite как раз таки, да. Ну, ладно, тут особо от Legion Commander мы не требуем много дэмэджа. Тут и так хватает дэмэдж-дилеров в виде и Наги своим уже иллюзиями, которые очень много дэмэджат, и Мирана, и Тини. Даже с Crystal Maiden, я думаю, тут внесет очень много урона по итогу игры. Мы посмотрим. Цемка, опять же, играет очень круто. Обычно Цемки любят фидить. Герой такой тоненький, мовспид не самый большой, но 1.08. И пока что вообще Цемка не обламывает на этой карте. Очень хорошая ну, дота. Да, фиди цемки не очень любят, просто у них выбора нету, потому что это самая, скажем так, сладкая цель, которая большими дизейблами, большим количеством дизейблов обладает, да, там и замедление, и стана, и при этом хп очень мало у этого героя, поэтому всегда просто слить и получить денежку. Omnislash по Миране, в итоге уход Мирана Moonlight, если даст, то есть гем. Есть гем, поэтому погибает. Я же не обманет, гема вру. Гем выбили у Сенкинга, поэтому сейчас гем у Наги. Но так или иначе, поставили в центре, поэтому фраг на Миране был сделан. Молодцы про Dota Gaming, потому что тут в Америке мы наблюдали, что команды иногда не подготовлены, и центре против Мирана либо Дасты просто элементарно забывают покупать. У команды про Dota Gaming с этим проблем нет. Хоть, опять же, они играли также на американской квалификации. У Тини почти готов огоним. Avalanche тот по Джаггернауту, и Тини отсюда уходит. Просто подфармил частично некоторых крипов. Да, им и так-то тяжело фраги делать. Если ребята из ProDota Gaming начнут еще забывать о покупке детекшена против Мираны, то я уже не знаю, как они надеются выиграть эту игру. Но они стараются все-таки таскать с собой там либо дасты, либо сентри варды. Плохо то, что команде OG даже не пришлось свой гем покупать. Нага, она когда бывает, знаешь, такая тяжелая очень игра, вот еле-еле нафармила Radiance, уже соперник подступает к хайграунду. В таких ситуациях Нага вот после там манты или там после каких-то мелких других артефактов, которые она сразу после Radiance выфармливает, берет гем. Или кто-то покупает гем этой Наги, чтобы она иллюзиями уничтожала варды и легче было сплитпушить. Сопернику было тяжеловато ловить, сейчас будут нападать. Прыжок, дуэль моментально Джиггернаут, то есть Горазин Энджел никак не сбит, к сожалению. Тут ультимейт эпицентр от Сенкинга неплохой, но дэмэджа не хватает. Возможно, только убит СФО. СФО живет.
Song of the Siren спасает. Крутится Гартер под Рипелом, под Блэдфьюри. Наконец-таки заканчивается и Блэдфьюри, и Рипел. Может Джаггернаут убивать, нужно его убивать. Есть Тос, Гартер погибает от отцов. Ну еще и Старшторм. Погоня за Сэндкингом. Сэндкинг также отправляется в таверну. Уже трипл килл в пользу команды УДЖИ. В погоне из-за Оракла. Оракла здесь никуда не отпустит, хоть он нажимает ультимейт и пытается себя подхилить. Но это минус 4 в пользу команды УДЖИ. Есть только один байбек у Джаггернаута, а у Оракла также байбека нет. И команда УДЖИ может идти и сносить, ну, практически всю базу. Ультракилл в пользу Ана. Отличная работа в целом от команды УДЖИ. Ну, трудно выиграть, про Dota Gaming выглядит слабее. Тут, как ни крути, УДЖ очень круто играет методично, почти не допуская ошибок, имея довольно интересный пик в виде и Тини, и Наги, которые фармили Омни Слэш от Джаггернаута. Попытка убить Кристал Мейдена в итоге. Идет Джаггернаут абсолютно по всем. Может быть, СФО убьет, да, СФО убивает. Есть байбек от Алхимика, Тини уходит в инвиз. В итоге все еще неплохо заканчивается для команды Protota Gaming, потому что все бараки стоят на месте. Но было потрачено там немало байбеков. Вроде 2. Сейчас мы взглянем на Fight Recap, посмотрим, сколько точно. Выкупался Алхимик, выкупался Джаггернаут. Два байбека сделали Protota Gaming для того, чтобы дефать свой лайн на центре и на боте. Угу. И больше, конечно, возможностью так делать байбеки просто-напросто не будет. 16-10, появляется Рошан, OG могут вполне пойти и забрать Аегис, забрать деньги с Рошана и, наверное, опять же пытаться потихонечку идти файт и заканчивать. Очень много денег лидирует команда OG, мы вот как-то не совсем в этой игре ощутили Алхимика в действии, Алхимика здесь и нет, он играет с КД 0-4-2, Алхимик пока только фармит, но вот его фарм не факт, что он поможет, учитывая, что OG фармят намного быстрее, как ты отмечал, что Нага Сирена за счет наличия иллюзии Рейденса просто фармит элементарно быстрее. Алхимик фармит тоже быстро, но Нага фармит еще быстрее. Вот и все. Да, вот Алхимик является неплохим героем против стратегии с Нагой Сиреной, потому что он может быстро очень получить Radiance, а потом эту Нагу зажать. То есть, в принципе, тут такая ситуация. Какая команда получит преимущество в начале, команда с Нагой или команда с Алхимиком, впоследствии будет больше фармить. И тут Алхимику никак не помогает его пассивка, если Нага первый получила Radiance и начинает рассылать иллюзии во все части карты и фармить крипов, которых должен, по идее, фармить Алхимик. Мирана получает эпицентр, если и пытается уйти. Но тут одна против всех Мирана играет. Ну, очень трудно было. Ее просто искали, знали, где она может находиться, и нашли. Нашли и убили. Теперь ставится еще и вард в придачу от Protota Gaming, да, вот эти вот места в лесу, лакомые для многих игроков команды OG, были видны для Protota Gaming. Окей, Мирана погибает, 3 смерти. У Мирана 6-3-4, появляется Гост, и уже совсем скоро будет и Ezreal Blade. На топ выходит Тини, видит Алхимика, Алхимик без ультимейта еще 2 секунды. Там параллельно выход на Цемка. Неужели Цемка погибнет впервые? Нет, Цемка делает блинкаут, пытается уйти. Кристал Мейден, бежит за ней вот эта вот собачка Волк. Есть подкоп, но все-таки, да, Цемка погибает впервые на этой карте. Удивительно, но это факт. Но еще и Тини, врыв, ну отлично Fate Edict. Просто Оракл себя спасает. Fate Edict спасает жизнь для Оракла. Ну, маг резист. Кто вдруг не знает. Тинь да. Пытается уйти. OG тут спешат немного. Они без Мираны лезут в бой. Драки, которые им особо-то не нужны. Но опять-таки, все это пространство. И это можно использовать для того, чтобы поломать, например, оранжевый барак сейчас в центре. Ну или частично хотя бы его поломать. Изо всех сил стараются продот, а OG просто как будто под пивко, знаешь. Так вот играют. Ну реально, они... Ну, расслаблены, возможно. Нет, ну они, они расслаблены, но они... У них идет игра. Хорошо. Да, да, у них, да, они действительно, они играют хорошо, и они, возможно, не чувствуют такого напряжения, да, как вот сейчас про Dota Gaming, просто потому, что вот у них вот изначально пошла игра. Да, оффлейн команда про Dota Gaming должен был выиграть вот этот вот пик с Нагой Сиреной на боте. Там им нужно было чуть-чуть потерпеть, дождаться вторых-третьих левелов и уже проявлять агрессию, эту Нагу убивать. Но из-за того, что лайн там был проигран, ну, в итоге Тини там вышел с хорошим левелом из ПТ, пошел на топ загангл, на центр там помог, стаки забрали ребята из OG опять-таки. И в итоге вот все так стало грустно. Вот. На протяжении вот последних там 20-25 минут вот эта вот ситуация сохраняется. То есть про Dota никак не удается переломить исход этой встречи. Они вроде бы и даже какие-то там фраги делают, Мирану убивают вместе с Тини, когда они там подставлялись на топе. Но опять-таки, какая разница, если Нага фармит, там Легионка фармит, Цемка вроде тоже что-то фармит. И в итоге получается, что команда OG больше приобретает, нежели чем теряет.
падает Рошан. Команда Protoss Gaming пока не спешит выходить из этого Рошана воевать. Но у Алхимика важный нюанс. Только что погиб Курьер буквально минуту назад. Там был Мистик Став, по сути, Октарин для Пингвинчика. И, конечно, без Октарина идти воевать желания никакого нет. У тебя и на Мантукл там больше, и на Ультимейт. А Aegis для Тини. Тини имеет руну дабл дэмэджа. Это, наверное, лучший герой для руны дабл дэмэджа, потому что весь урон почти у Тини белый. Ну, не почти, это по сути весь, да, очень много дэмэджа. И сейчас просто 500 урона подойдет Тини, будут бить по строениям. Поверьте, Тини с этой, с этим деревом бьет по строениям, но очень быстро, очень больно. Если накинут еще какой-то пресс за атак, то это будет прям жесть. Это Тини будут разрывать всех. Да, и мало не покажется. Танкира. Вот у Тини выходит. Гартер. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же больно Гартеру. Ультимейт на последней секунде. Атаракл, Сэн Кинг врывается. Пит-центр по двоим. Этого мало, этого не хватает. Тини просто разваливает кабинеты. Врывательный командор закидывает дуэли. Сонг вызывает Сайрон. Надо его, наверное, просто убирать. Нет, пытаются убивать Джиггернаута, но он нажимает Омни Слэш. Джиггернаут под БКБ. Перестали его убить. Тини, Эваланч, Тини в итоге добьют, Блэд Фьюри Пурификейшн добивает Тини, Гартер врывается дальше в погоне за Мираной, но это все лишь Аигис у Тини, да, не забываем про это, колба в иллюзию, Тини снова в инвизе, Тини готов выходить, нет у него, конечно, больше руны дабл дэмэджа, но тем не менее Тини готов воевать при необходимости. Слушай, файт получается один в один, да, Аигис разменяли на байбэк, в принципе, неплохо для команды Protoss Gaming, могло быть все намного хуже, учитывая, что УДЖИ столько ведут по деньгам, 25 кусков, по золоту и 11 по опыту. Но кстати, все говоря, в этой ситуации все могло быть намного лучше как раз-таки у Protoss Gaming, потому что ультанул Джиггернаут и почти убил Нагана, она вовремя ушла в Midnight Shadow и просто спаслась каким-то чудом. Гартер мог там подрезать эту Нагу. Вот, но опять-таки нехватка детекшена. У Химика появляется гем, сейчас она кому-то отдаст, там, не знаю, какой-нибудь саппорту, либо Сэн Кингу, неважно, не имеет значения. Так, тут Мираны проблема, Мирана делает лип, тэп-аут, Сэн Кинг подкопанит, зато есть Юл, дает Юл, сбивает Миране телепорт, вот он как раз-таки вард в деле, и уходит в инвиз Мирана. Где гем? Где гем? Гема нет, врывается Джиггернаут, опять же, не детекшн, зато есть крутилка, Мирана застревает и прекрасно читает момент. Команду Продот они ведь не видели, правильно? Они не видели, да, у них не было никакого детекшна, просто понимали, где Мирана может находиться. Да, и за каждый такой фраг игроки команды Продот и Гейминг получают много золота. Вот уже который раз я вижу, Джиггернаут просто кончает Мирану здесь и получает там 7 сотен. Ну, база опять же осаждается, иллюзии снова ходят раз за разом. Рейндж-барак уже немножко побит на центре. На ботами также стоят голые бараки. На топе Таур стоит буквально на 500 хп. Рано или поздно уже все эти строения снесут, останутся только голые бараки. А там, опять же, дело за малым. Тини уже почти имеет бабочку, как я понимаю, это будет бабочка. Ну, не Этериал, я надеюсь. Ну, Этериал с таким-то билдом это маловероятно, а бабочка для Тини дает хороший, что самое главное, атак спид. Ты очень быстро бьешь, а дэмэджа у тебя и так хватает. Бабочка тебе с собой его не дает. Ну, 17-13, пока игра идет, она уже плавно переходит из этапа мид-гейм в лейт-гейм, что удивительно. Но Protoss Gaming держится, Джиггернаут у них имеет свой бэф, поэтому фармит довольно шустро. Гартер. Алхимик это алхимик, у него платмейл, наверное, будет выходить какую-то Шиву. Шива здесь будет не лишний. Ну, либо Кираса, но то и другое будет вполне себе кстати. Посмотрим. Там курьер уже полетел, и это будет... Да, есть ресет на Шиву. Будет Шива. Вроде как Шива, да. Да, должна быть Шива у алхимика здесь. Вот, но OG постепенно ломают вражескую базу. Ну, о чем мы и говорили. То есть раз за разом вот эти будут иллюзии заходить. И просто бить, бить, бить понемножку, по чуть-чуть. Там и Тини рано или поздно может Манта Стайл купить. Так что иллюзии будут осаждать. Тут чуть не погиб Гартер. Прокаст от Мирана был довольно серьезный. Но еще и Зариал Блейд, разумеется, в деле. И успел Гартер выжить за счет наличия за спиной Роджера. Надо уже думать как-то о покупке МКБшек Гартеру, поскольку я думаю, что он видел уже Иглсонг у Тини. И мало того, что тут работают миссы с Рейдианса, так еще и 35% шанс промаха по Тини будет без МКБ, поэтому Гартеру нужно просто вот срочно-срочно дофармливать деньги на Манки Кинг Бар и приобретать его скорее. Смоук от команды Protoss Gaming. Опять же, разбивает под своим вардом, под своим эссентри вардом и готов выходить. Посмотрим, получится ли что-то. Рисует план, говорит, давайте пройдем, прочекаем эншотов, потом зайдем на Рошана. Тайминги, в принципе, у них пока... Такие себе, не знаю, зачем мне на Рошана. Должен заходить Нага, появляется Тараска. Это последний артефакт для Наги. Больше фармить нечего. Дальше выходит вторые диффуза и Муншард. Ой, находит тут ведь Нагу. Гартер не ожидал. Просто он закупался доменейджем. Он не ожидал, что тут кто-то будет в принципе.
Ну и Гарта. Да, и, наверное, да, он сейчас заметил то, что у Наги Тараска есть, но вот уже иллюзия подходит к центру, который Тарасочка заметно, и понимают ребята из ПД, что в ближайшее время Нотейл вместе со своей командой пойдет в финальное наступление, нужно будет давать бой. Но пока бой давать нечем. У Гартера нету Monkey King Bar. Он скоро его дофармит. Ну, опасно, уже, потому что уже не будет байбека. Да. Пингвинчик прорывается, получает стрелу моментально. Тут есть подсейф от Оракла, что он дал бы ультимейт, если он был бы нужен. S4 нажимает БКБ, попытка вырваться в Роджера. Роджер получает дуэль, очень больно Роджеру. Получает подсейф от Оракла, но все равно Роджер, наверное, так или иначе здесь убьют. Роджер пока пытается жить, нажимает Guardian Angel. Кристал Мейден, какой же просто результовка от Кристал Мейден. Как же много дэмэджа вносит Сэмк весь этот файт. Омни Слэш нажимается Сонг в ЗСР, начинает просто тени бить по алхимику. БКБ заканчивается действовать. Стрела залетает, но все-таки мимо, хотя тайминги были неплохие. Алхимика откидывают назад, Тини дальше в атаку, больно пингвинчику, отцы, сетка, и погибает алхимик. Алхимик с байбеку, алхимика нет. Ни денег, как раз таки не с байбека, просто у него нет денег, то есть элементарно. Я думал, что у него был байбек, но нет. Просто у него нет денег, он купил себе шиву, и байбека элементарной не осталось. Ну, учитывая, что еще нет Сенкинга 30 секунд, а мне на это 20, видимо, этот минус 3 стороны. Ну вот как раз таки очень вовремя напали Оджи. В этот момент у Джиггернаута не было Monkey King Bar, он только сейчас его себе на базе приобрел. Ну деньги у него были, возможно там курьер был мертвый, я чуть не обратил внимания, да. И в этой драке Джиггернаут был без Monkey King Bar. Хотя он там дал мне слэш, опять-таки чуть не убили S4, чуть не убили Нагу. Она там потом отрегенила Тараска, все могло быть иначе. Ну по-моему Оджи просто-напросто сильнее. Нужно... попробовать ребятам из PD Gaming немножечко другую стратегию, возможно, какой-то там фаст-пуш с Тракса или без нее. Ну да, надо что-то придумать другое. Вот такую вот доту против Най.